highlights of this evening, of this event, of these finals, you will see the most eclectic and important event that we had tonight. The most important seconds, the highlight. Кари Микола Риніса. Оба спортсмени из Украины, оба сильны. Мои господа, победитель! В сумме 10 тысяч евро. Опять же, очень много спортсменов заявили свое желание получить такую... В руку 10 тысяч долларов унесет с собой домой. И еще несколько секунд, и смотрим! Очень интересный матч, но вот матч в этом поединке. Взять максимум, что возможно, даже при захвате. И нов дрептуться сам ничто. Эши, ди момент, че се инкиде, реди гоу, ши е старт. Крива секунда, ши Евгений Прут. Из Польши наш спортсмен очень велик, очень. Он практически 170 килограмм. И Даниил теперь, хотя не маленький по весу, он выглядит маленьким среди Алексея Кудича. Домнилор и домнилор Петру Маргарин и Дмитрий Визин. Петру Маргарин из Украины. Ну, это Петру прима дата ич. И Андрей пушит брать захват. Но более опытный спортсмен Рустам Бабаев выиграл этот поединок быстро. They're not allowed to move their hands. Let me look at this fight after the hands are closed. And they here ready go. Just a few seconds more. A little bit. And... захват рефери будет схватка. И Евгений Прудник показал, что призами, чтобы они были мотивированными участниками, чтобы они знали цену своей работы. Мы знаем, что очень тяжело набрать Пол Ренница, Алана Маккея. And the show is won by Никола Ренница. И большое напряжение чувствуется. И молодцы, смотрите на этих спортсменов. Был разрыв, но опыт. Haideți să vedem cine din acești doi localnici este mai puternic. And winner! Who's gone the winner? No winner. One fighters. Very tense. And it's very tense. Now looking at this. Evgeny Prudnik is holding up the arm of Rustam Babaev. This is very interesting. They've got in the hook. Doamnelor și domnilor, uitați-vă cum Evgeny Prudnik îl ține pe Rustam Babaev în hook, l-a scos de jos. Doamne, господа, смотрите на этот захватывающий хук. Cam Evgeny Prudnik держит Рустама Бабаева в этом хуке. Очень сложным, но очень хороший, красивый старт был у Рустама Бабаева. Давайте посмотрим, все-таки, какой будет исход данного поединка. Поаплодируем им! Рустам Бабаев! Евгений Прудник! Давайте! Евгений Прудник! You're the best man from Ukraine. Congratulations. Приза. I'm being hooked. Соня Ватака. Алекс против Миколы. Польша против Украины. Очевидно, разница в размере. Но посмотрим, как себя покажет Микола. Очень важный момент, очень важный. И смотрите,
Очень интересная техника, как он сможет устоять топ-роллер. Давайте, два топ-роллера, смотрите на их матч. Смотрите, как интересно, вот даже не верится. Смотрите, давай, давай, Билли. Поддерживаем! Украина. Очень интересная борьба, кстати. Петро Маргарин пытается давить на Рустама Бубаева, но Рустам держит в куке очень сильно. Выдерживает вот этот файт. Держит. Смотрим, сможет ли он выдержать. В то же время Петро очень сильно давит на Рустама. Очень хороший у него был старт. Давайте поддержим данных спортсменов. Давайте аплодисментами. Эй, Петро Маргарин, winner. Ну, где-то равные. О, вот это интересно. Вот это интересно. Йордан Сонев становится все-таки лидирующим. Давай посмотрим на этот интересный бой. Йордан Сонев очень уверен в своих силах. И это была правда. Мэтчинг Вардат. Напряженная игра. Это матч за победу в финале. Кто же будет в финале? Андрей Пушкарь. Looking at this, Petro Margarin is taking over. Petro Margarin выиграл. Show the best of the best movement of this night. Come on. Давайте. Посмотрите, только посмотрите. Звездный час этих бойцов настал. Мы видим очень-очень большое давление. Очень большое давление. И произошел здесь у нас. Состоится 14 декабря. Поэтому просим всех подготовиться и принять участие в самом захватывающем турнире декабря месяца в истории армрестлинга Республики Молдова. И пусть победит и тогда сильнейший. Евгения Прудника! Ваши аплодисменты! И следующий богатырь! Потому что все-таки это финальный бой. Самый лучший бой на правую руку. And the big winner of tonight's show, Андрей Пушкарь! Андрей, благодарим тебя! Ты же самый сильный на правую руку! Это так! Мы знали! Ты был главным претендентом этого турнира! Скажи нам, как ты себя чувствуешь? Потому что ты и твой клуб сегодня выиграли 20 000 долларов! Говорили евро, вообще-то.
Спасибо организаторам турнира за то, что сделали такое шоу, мега-турнир. Собрали всех звезд. Спасибо вам большое. Андрей, мы с уважением к тебе, очень глубоким уважением. А у Кишлигата Чешпан, а Честа Чекур, годятся обновленты. Мотивируют. Лучше бы инфаркт был. Оба Open Cup. Спасибо огромное. Самые сильные. Самые-самые. Браво, 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 браво. Самые-самые сильные. Спасибо. Самые большие. Have you ever seen this? Have you ever seen this? This is the best show ever. The best arm wrestling show in the world. Bravo!